Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный вечер. Слушаю прекрасную музыку, чудесную музыку. Называется «Объяснение в любви». А мне хочется вам прочитать стих. Сейчас найду. Прочитать стих. И пойдем гулять. Я пообещала Элжи Любушке прочитать. Не знаю, что это там шумит у Юльки. Та-ра-да-да. Наверное, потому что три телефона, и они как-то фонят. Вот он стих, который я написала. Я вне времен, пространства, говорения, вся тишина во мне и пустота. Дитя Отца и единое творение, я все во всем. И это тотально та. Я вне обид, нет памяти и грусти. Вне страха я, вне мыслей и вне сна. Как гордые на тропке гуси, всепобеждающая новая весна. Я вне программ, рефлексов, ожиданий. Меня не переделает молва. Не рождена, не жду я умираний. Я переполнена пустотностью сполна. Поставила такую картиночку. И поставила такую прекрасную музыку. Бесконечность любви. О, 36 моим друзьям ВКонтакте понравилось. Понравился мой стих. И это приятно. Ладно, мои любимые. Идемте гулять. Буду рассказывать дальше. Вторую часть марлезонского балета. Телефончик оставлю дома с прекрасной музыкой. Это «Объяснение в любви» Альфред Шнитке. Вдруг кто-то захочет послушать. Божественная музыка просто. Ладно, пойдемте. Пойдемте, мои хорошие.